меня трясет. Рынск рассказала о чудовищном предательстве Малашенко. Известная журналистка призналась, что не спала двое суток после очередного открытия из двойной жизни Игоря Малашенко. О предательстве возлюбленного Бажена Рынска рассказала на странице в Facebook. Обозревательница заявила, что Игорь Малашенко принес себя ее в жертву ради финансового благополучия детей. По ее словам, основатель НТВ отдавал своим наследникам более 150 тысяч долларов в год. Кроме того, бывшая супруга политолога получала регулярно 200 тысяч долларов. В 2008 году Игорь купил очень дорогую страховку, которая стоила 70 тысяч долларов. Он отоврался, что это был разовый платеж, чтобы гангрена отстала от него. Но я узнала, что это был ежегодный платеж, и с тех пор меня трясет, поделилась с читателями Бажена Рынска. Журналистка добавила, что Игорь Малашенко постоянно жаловался на отсутствие денег и называл себя банкротом. Пара ездила на старой машине, останавливалась в плохих отелях во время путешествия и не могла позволить себе дизайнерскую одежду для выхода на красную дорожку. А деньги все это время были, только он хотел их жертвовать детям, отдавать все до копеечки, больше чем мог, и лишать при этом уровня жизни и меня и себя. Какое чудовищное предательство по отношению ко мне, заявила Бажена Рынска. Публикация фотографий из Инстаграм. Напомним, в феврале 2019 года один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в собственном доме в Испании. По данным СМИ, в последние месяцы политолог страдал от тяжелой клинической депрессии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Дофлиртовалась. Тарзан приревновал королеву к Зеленскому. Сказочник Зеленский опустился ниже плинтуса на международном форуме. Еще и бухает. Оскандалившаяся Асмус пошла в разнос. Он трехногий, ненасытный воля утомляет и тишину ночи. Одно лицо. Помолодевшую Собчак перепутали с Барановской. И многое другое.